администрации Бугров создана программа по межнациональным, межконфессиональным, межмуниципальным отношениям. И эта программа замечательно работает. Уже второй фестиваль мы такой проводим, который объединяет все наше население, все наши национальности, которые живут в нашем большом, огромном поселении. На территории России живут разные национальности. И в нашем бугровском поселении также живут очень много разных национальностей. И таджики, и узбеки, и армяне, и татары. И сегодня отрадно, что проводится такой межнациональный фестиваль. Национальные дары осени в Бугре объединяют. Это здорово. Мы хотим сегодня пожелать всем, кто принимает участие в нашем межнациональном фестивале, хорошего настроения, конечно же, здоровья, всем нам мирного неба. И пусть сегодняшний фестиваль объединит нас всех еще в одну большую дружную семью. Мы спешим вас познакомить со страной, символом которого являются абрикосы. Это, дорогие друзья, Армения. Находится она на Южном Кавказе, на севере страны, страна граничит с Грузией, Ираном, Азербайджаном и Турцией. Столица Ереван. Армения одинаково прекрасна во все времена года. В сравнительно маленькой территории можно встретить удивительно разнообразную природу и погоду. И весна, и лето, и осень, и зима очень насыщены и ярко выражены. Ежегодно в Армении празднуется День тыквы. Девушки, женщины готовят различные блюда. Супы, салаты, каши, пироги, тыквенную икру. Просто невозможно перечислить все блюда, который готовит из этой осенней царицы кухни. Самым популярным и любимым блюдом является хапама. В сладости традиционной хапамы воплощение жизни в достатке, счастье и изобилие. Непременно сопровождают подачу этого блюда танцами и музыкой. Друзья, вы готовы? Танцам тогда для вас выступает Алла Аваян, воспитанница вокального ансамбля «Новое поколение», культурно-досуговый центр Бугры, руководитель «Траут» Олеся Николаевна. Встречайте бурными аплодисментами!
У них там находится палатка. Они вас всех ждут, чтобы угостить потрясающей долмой. Давайте им поаплодируем. А на сцене потрясающий армянский ансамбль песен и танцев «Зартонг». Давайте встречать их бурными аплодисментами. Посмотрите, этикетку. Проверка есть, вкусный конец. Спасибо. Вы волшебники.